Nokia 3600S. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 3600S». Разговорный динамик находится в верхней части телефона в металлической рамке. Лопаткой извлекаем намагниченный динамик с рамкой. Далее, при помощи пинцета и металлической лопатки, снимаем рамку. Новый разговорный динамик вставляется в рамку пинцетом и фиксируется на двухстороннем скотче. Далее, динамик в рамке вставляем в телефон и надавливаем на него пальцем для того, чтобы защелкнулись фиксаторы. Разговорный динамик заменен.